Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, безумовно, сьогодні буде одна з таких. У нас сьогодні прямо ексклюзивний, дуже цікавий гість. Не кожен день можна поспілкуватися, власне, з американцями. А конкретно сьогодні у нас буде наш американський гість. Я заздалегідь вибачаюсь, ми будемо більше говорити російською. Ну, це як зручно. Можемо, звісно, англійською, але, боюсь, тоді не всі нас зрозуміють. Тому будемо іноді російською. Ну, я думаю, наш гість буде відповідати російською. І хто ж сьогоднішній наш гість? Це насправді відомий американський політолог, американський політтехнолог і спеціаліст, скажімо так, по електоральним питанням Джейсон Смарт. Привіт, Джейсон. Здрасте. Рад слышать, спасибо, что ты нашел время пообщаться. И единственное, я хотел спросить, мне лучше по-русски спрашивать, чтобы ты меня понимал, то есть по-украински тебе будет сложновато понимать, правильно? Ну, так есть, да. Правильно. А, окей, ну тогда вот. Смотри, тогда вопрос номер один, самый главный к тебе как американцу, вся самая, наверное, обговариваемая тема, это, конечно, история с Трампом, судовое решение, то есть, когда его признали виновным, в харассменте, ну, как бы, как ему там большой штраф выписали и так дальше. Насколько вот эта история влияет на его электоральные перспективы, как это восприняли его избиратели, как это восприняли в целом республиканцы, демократы, американское общество. Вот очень интересно, что сейчас происходит вокруг вот этого всего решения. Ну, конечно, это не помогает ему, но на то же самое время это не меняет много. Потому что его электораты, которые его любят, они действительно его любят. То есть им без разницы. Они думают, что это была типа политическая репрессия против его. Они не думают, что это было серьезное преступление. Из этого он может продолжать свою работу и еще пытаться стать президентом. И как ты прекрасно знаешь, он сейчас в данном моменте самый популярный кандидат стать президентом США. Я просто хочу понять, вот скажи, пожалуйста, мне очень любопытно, вот, ну, все-таки, если я правильно понимаю, скажем, подобного рода обвинения, то есть это штука, которая, ну, давай вспомним историю с Биллом Клинтоном, и пусть и неудачным импичментом, но, тем не менее, это тоже было сексуальное преступление. Здесь речь идет тоже о сексуальном преступлении. То есть любовь к Трампу настолько велика, что даже, например, евангелические христиане из какого-нибудь, например, Миссури, им будет абсолютно пофиг, что этого человека обвиняют в сексуальном преступлении. Я правильно понимаю? Правильно понимаешь, да. Это да, очень странно, даже для меня. А насколько они действительно его любят, доверяют ему. И они думают, что все это показуха. Они думают, что это какой-то демократический заговор убрать его как кандидата. И они не верят. То есть они думают, что это все просто придуманная схема, чтобы именно он стал президентом еще раз. Я понял. Ясно. То есть во всем виноваты вашингтонские... Ну, короче, QAnon включаем в голове, и тогда получаем этот результат. Я еще хотел спросить, снова же таки... Ну, дело в том, что Джейсон, у него был опыт работы с одним из... Ну, я не буду называть фамилию, одним из главных, скажем так, лидеров республиканской партии. Поэтому Джейсон хорошо знает, на самом деле, всех лидеров республиканской партии. Поэтому у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста... То есть я так понимаю, что все разговоры о том, что Рон ДеСантис может стать кандидатом от республиканцев, на данный момент уже не актуальны. То есть Трамп его без вариантов снова обыгрывает. Да уже сейчас ДеСантис будет сложнее. То есть его время уже прошло. А это всегда бывает в праймерис. То есть какой-то очень топовый, скажем, кандидат. Те кандидаты, которые все говорят, что да, он точно станет президентом. А потом в течение нескольких месяцев уже все забывают о нем. И в этом случае думаю, что это будет так с ДеСантисом. И думаю, что его время уже прошло, и Трамп остался на первом месте. А почему? Вот что произошло? То есть ДеСантис же в какой-то момент времени, ну, по сути, пробовал быть большим Трампом, чем Трамп, и при этом он молодой, при этом он как бы такой и военный, и такой идеальный семьянин, и прям такой, ну, вот, ну, очень республиканский кандидат. Что случилось? В какой момент Трамп снова стал сильнее? Из-за чего? Ну, из-за того, знаешь, это очень интересно. Первым, из-за того, что Трамп, у него есть огромная поддержка в республиканской партии. Где-то 45% республиканцев будет голосовать за его. То есть, если вы другой кандидат, ну, ДеСантис, например, и он может своего забрать где-то 20%,
Они еще никто сравнить его с Трампом. То есть Трамп точно бы выиграл все равно. Он остался очень сильным. А тем и будет, как еще, наверное, еще 10-15 кандидатов из республиканской партии. Это значит, все эти кандидаты бы получили, ну, 2% поддержки, 5%, может быть, 13%. Но собрать там всего 45% или 50%, чтобы было большинство или против Трампа, это просто невозможно. Но по статистикам это было очень сложно, когда есть еще 15 конкурентов. Из этого это первое. И второе о том, что это очень сложно быть в новости каждый день, как публичный человек, как губернатор Флориды. Но как быть в новости каждый день в Мичигене или в Калифорнии, если вы занимаетесь в Флориде? Это сложно. А Трамп, он уже экс-президент, значит, он уже известен всем. Mm-hmm. Он уже будет в новости каждый день из-за того, что он известный лицо, который был президентом США. Ему не надо придумать новые акции, чтобы он был в новости. Он уже будет в новости из-за того, что он той, который он есть. Из-за этого это будет для его гораздо легче, чем для Десантиса или другого кандидата. Угу. Понял. Ну и, собственно говоря, еще один вопрос, так просто для понимания диспозиции, поясни, пожалуйста. То есть я помню... Буквально месяца 3-4 назад очень много об этом писал. И Washington Post, например, который считается близким больше к республиканской партии. Даже на Fox News об этом рассказывали, что, грубо говоря, позиция old money в республиканской партии, людей, скажем, старой гвардии, склонялась к тому, что Трамп уже отыгранная лошадка, потому что выборы предыдущие, практически все кандидаты, которых лично поддерживал Трамп, они проиграли, и все уже решили, что Трамп неэффективен. Ну, опять же, можно вспомнить позицию Руперта Мердока, не последнего человека в американской политике. Опять же, мне очень интересно, за эти 3-4 месяца поменялась ли позиция этих людей и сможет ли Трамп снова набрать денег именно республиканской гвардии на выборы, которые там, ну, не скоро, но через несколько месяцев начнутся? Ну, ну, есть, а может это делать, это будет сложно все равно. Есть в данный момент еще открытые уголовные дела против него. Значит, что до выборов будет еще много разных, ну, факторов, которые мы до сих пор не знаем. Что ФБР сделает в будущем или Департамент юстиции, неизвестно. А значит, нам надо просто подождать и видеть, что дальше. Но мне кажется, что это будет сложно для него, когда он будет постоянно ходить на какой-то суд или встречаться с там с ФБР, показать всем, что он действительно хороший кандидат. И думаю, что те, которые old money, те, которые уже в власти давно, и те, которые самые богатые в Америке, они не любят его как личный, ну, на личный уровень. То есть, они считают, что он очень грубый, они считают, что он очень, он точно не какой-то как... хороший аристократ, он далеко из этого. Он, как он говорит по-английски, даже это очень, как, ну, скажем... Простонародно. Вот, так, можно так и сказать. Но из этого люди любят его. То есть обычные люди, которые работают в заводе, они его понимают. А те, которые действительно богаты, которые работают в Уолл-стрите, а для них это некрасиво, это неинтересно, это совсем не свой. Вот насчет судов еще хотел уточнить. Насколько, ну, ты сам сказал, что вот этот суд, который, и приговор, который сейчас получил Трамп, он, например, для его фанатов абсолютно ничего не значит. Но они как бы считают, что типа все ок, не вопрос. Окей, а вот если все-таки действительно ФБР и суд, ну, собственно говоря, доведут до ума дело по налогам, по неуплате налогов. Если я что-то понимаю об Америке, по-моему, самое страшное преступление в Америке – это даже не убить президента, а не заплатить налоги. А тут речь идет не просто о неуплате налогов, тут речь идет о low crime, огромном, то есть очень большом количестве неуплат. А это может повлиять на фанатов Трампа? Или это тоже скажут, что это опять же там reptiloids from the Washington wants to kill our candidate? Ну, то есть что это? Это может повлиять или это тоже уже не имеет никакого значения? Я думаю, что они бы еще его любили, но они тоже бы поняли, что это невозможно стать президентом. Когда есть столько уголовных дел, когда есть столько против его, это будет просто проигрывающе. То есть, если они не хотят, чтобы Байден стал президентом еще раз, тогда надо голосовать за другого кандидата, проголосовать за другого кандидата, чем Трампа. Не из-за того, что не любят его или не доверяют ему, просто из-за того, что понимают, что это будет слишком сложно выиграть выборы еще раз.
Окей, теперь давай к демократам перейдем, где тоже очень интересная ситуация. То есть Байден уже заявил, что идет на второй срок. При этом Байден, если выиграет, станет самым, я так понимаю, старым президентом в истории United States of America. Соответственно, никаких, по-моему, то есть, но при этом в самой демократической партии никаких даже намеков нет на то, чтобы был кто-то, кто может быть... то есть никто, там про Блинкина я молчу, то есть ну кто? То есть все, это безальтернативно. То есть Байден 100% выиграет праймерис и точно будет идти в президенты от демократической партии? Это будет совсем нереально, что кто-то другой стал кандидатом из демократической партии. Так и работает партия. То есть партия всегда защищает себя. А если вы incumbent, то есть тот человек, который уже сидит в Белом доме, по статистикам, у вас очень хороший шанс выиграть второй тур. Из этого это было бы совсем нелогично голосовать за другого кандидата, который будет, ну, тогда придется строить какой-то новый кандидат, строить свой имидж, строить свой электорат. Это слишком много работы, слишком много денег. Лучше просто идти с того кандидата, который сейчас в Белом доме. И также, как объяснить народу, что да, мы любим Байдена, он классно делает свою работу, лично делает свою работу, он демократ, как мы. Но мы не хотим делать, чтобы он стал президентом еще раз. Но как это так? No, I understand. Я понимаю. Кстати, вопрос такой. Недавно читал очень классную статью, вот честно помню, Washington Post, опять же, или еще где-то, где вот очень интересно описывается феномен отношения американцев, в принципе, к президенту, с учетом того, что, к сожалению, не так мало американских президентов не досиживало до конца своего срока по разным причинам. Очень большую роль часто играет позиция вице-президента. То есть многие, особенно учитывая, что Байдену все-таки он не мальчик, многие смотрят на позицию вице-президента. И вот это очень серьезно играет против него, потому что Камала Харрис, насколько я понимаю, ну, никаких претензий к ней нет. Но сказать, что это как бы, ну, фигура, как сам Байден при Обаме, например, так не скажешь. То есть она гораздо слабее. Это тоже проблема для Байдена? То есть может ли он поменять вице-президента в процессе, если он идет на второй срок? Или это снова будет Камала Харрис? Это полное возможно. То есть, видимо, что Камала Харрис... действительно, она проблема для него. То есть она не дает ничего. Она не популярная, она, я не бы сказал, очень умная. И даже в демократической партии нет огромной поддержки. Нет тех, которые действительно любят ее. Ну, конечно, есть, наверное, кто-то, где-то, который ее любит. Но это очень, очень мало людей. Большинство считает, что она не очень хороший кандидат, и она плохо делает, плохо занимается своей ролью. Почему? И это важно заметить. Потому что сейчас она отвечает за вопросы, что происходит в нашей границе с Мексико. И сейчас у нас огромная проблема с иммиграцией. Как известно всем, то есть миллионы людей сейчас хотят идти через границу в Америку. И это ее роль заниматься этим. И это стало гораздо хуже при Байдене, чем при Трампе. Насколько демократическая партия, когда Трамп был президентом, очень много критикировал его, что он был неправильный, ну, то есть он не уважал тех, которые шли через границу. Нелегалов, да, имею в виду. То есть сейчас ситуация стала гораздо хуже, и они сказали, что это будет все лучше с нами. То есть мы будем уважать их, мы будем работать с иммигрантами. Но видно, что они не знают, как это делать, и они делают все гораздо хуже, чем даже Трамп сделал. Я понял. К слову сказать, раз мы уже говорим о... вообще, ну окей, значит, по идее мы получаем ремейк ситуации 2020 года, Байден против Трампа, с большой долей вероятности. Насколько я понимаю, все-таки при таком выборе Байден, скорее всего, на данном этапе выигрывает. Я правильно понимаю? То есть не там огромный разрыв, но он есть. То есть все равно Байден выигрывает. Ну, для демократов, да, он выиграет праймерис. Конечно, все возможно, ему 80 лет. То есть он может завтра принимать решение, что он не хочет стать президентом, или заболеть, или просто умирать. Это все возможно. Но я думаю, что самое вероятное, да, он станет кандидатом из демократической партии. Ну, интересно, и даже это даже есть такой слух, можно сказать. Что делает... демократы сейчас думают, то есть лидеры в демократической партии, что сделать, если, например, Байден умрет завтра? Тогда что делать? Кто будет наш кандидат? Блинкен. Умрет через год, когда выборы уже будут на ближайшее время. Тогда это будет уже сложнее. Сейчас можно найти другого кандидата легко, из много времени.
А когда ты уже в течение нескольких месяцев, и он умрет или заболеет, ты это что делаешь? Как мы можем найти другого кандидата и быстро найти его, и строить его имидж и уровня узнаваемости и все остальное до выборов? Тогда это будет огромная проблема для демократической партии. И они сами признают, ну, между собой, не публично, что это будет проблема. И сейчас ищут какой-то выход из ситуации, если будет такое неприятность. А что ты скажешь про перспективы Блинкена? Ну, я понимаю, что Блинкен человек, который живет в самолете, то есть его в Вашингтоне, он гораздо чаще где-то в другом месте, а не он, ну, это реально главное сейчас лицо дипломатическое United States of America, он постоянно где-то, и он прекрасно проводит свою работу как вице-президент и так далее, но его нет в Америке, я так понимаю, что он не популярен как политик в Америке, и то есть это не вариант, Блинкен вообще без вариантов, да? Он не популярный, он не вариант. И это тоже и очень интересно. Я бы думал, что большинство американцев даже не знают, кто он. Я чуть не уверен. Потому что это очень интересно, потому что он известен всем в Украине, например. А для американцев он не касается их. То есть, чем он занимается, не касается их, лучше сказать. То есть, он занимается, ну, работой на самолете, то есть, он постоянно в других странах. А что там происходит в Хайти, что происходит в Южной Америке, что происходит в Африке, им не так интересно знать. А из этого его работа вообще неизвестна американцам. А, и это будет на его гораздо сложнее стать кандидатом, и думаю, что даже невозможно стать кандидатом и выиграть. Потому что все, которые были, не все, но почти все, которые были президентом, они или были до этого или сенатором, или губернатором, или конгрессменом. Был те, которые были конгрессменом, мало. Но большинство был сенатором или губернатором, или вице-президентом. Просто те, которые были просто секретарь стейт, то есть возглавы госдепа, не новый раз в истории человек так стал президентом. Я понял. Окей, ну и так, чтобы еще про американскую политику, потом уже перейдем к международке во второй части нашего разговора и, собственно, то, что касается Украины в первую очередь. Но мне кажется, украинцам пора все-таки начинать интересоваться американской политикой, если мы хотим вообще как-то, типа, мы же хотим стать стратегическими союзниками с американцами, так давайте мы хоть будем понимать, что там происходит. Так вот, я хочу понять этот такой момент. Какие главные сейчас, с твоей точки зрения, претензии к Байдену? То есть вот что более всего не нравится американцам в том, какой президент Байден. Вот что он не сделал и что ему реально вот на уровне не просто поговорить, а на уровне argue там предъявляют, что вот фу, не сделал. Байден, его проблема в том, что он ничего не делал как президент. То есть люди не чувствуют себя лучше. После 2-3 года он во власти, а люди не чувствуют себя как действительно страна растет. Они не чувствуют себя как... Ну, они видят, что из зарплаты меньше стало, из инфляции. Они видят, что качество жизни не лучше стало. То есть найти причины, почему он был хорошим президентом, это будет очень сложно для обычного человека. И конечно, любой человек понимает на самом деле, большинство вопросов, о чем люди жалуются, это связано, например, с экономикой. Это всегда на первом месте. Деньги. Mm-hmm. Если люди чувствуют себя хорошо, что экономика сильная, тогда не будет проблем. Но если они чувствуют себя, что они стали беднее, тогда, конечно, не любят это. Но как президент, что он действительно может делать, чтобы было новое место работы, например? Много новых мест работы. Это было очень сложно. То есть, что действительно, он не может просто открыть заводы, он не может просто платить людям больше. Это просто экономические факторы, которые существуют без его работы, которые существуют, скажем, из-за того, что происходит в мире, не только что происходит в Америке. Из-за этого это будет сложно его объяснить людям, почему он был хороший президент. Я понял. А что касается международной политики, то есть мне очень интересно понять, как американцы относятся к международной политике Байдена, потому что Байден этому очень много внимания уделял. То есть он вроде как я помню, когда его первая речь была, когда он стал президентом, когда он сказал, что «America is back».
мы вернулись после Трампа и так далее. То есть, опять же, понятно, была история с Афганистаном, но теперь есть история с Украиной, есть история с действительно успехами очень большими в Европе, успехами, опять же, таки в Юго-Восточной Азии, Корея, Япония, ОКУС, ну, то есть, понятно, Вьетнам, много чего. Соответственно, как американцы оценивают его внешнюю политику? То есть, воспринимают ли они, что Байден действительно вот проводит политику Good old America, America like is in 90s. Снова Америка или нет? Или они это без разницы, это, не, это никто не обращает внимания? Ну, конечно, они любят, что Америка первым в мире, то есть America first. Они все это любят. И знаете, что на самом деле, это для меня очень интересно, о том, что люди сейчас говорят, что Трамп хорошо занимался это международной политики. Это для меня шок, потому что в то время, когда он был президентом, я просто был в шоке, как он сам работал, что он делал, как он летел там в Северную Корею, например. А сейчас люди говорят, что, ну, наверное, правильно он все это сделал. Например, с НАТО. Как вы помните, Трамп был очень сильно против НАТО. Он сказал, это несправедливо, что американцы платит столько денег год за нашу защиту, а европейские страны не дают даже 2% ВВП или бюджета национального. То есть это меньше, чем требует НАТО. И он сказал, что это несправедливо. Эти страны начинали уже тогда инвестировать в свои защиты, в свои национальные безопасности. И сейчас, но особенно после того, что случилось в Украине, или сейчас происходит в Украине, лучше сказать, они понимают, что, ну да, значит, если мы хотим строить какой-то серьезный НАТО, каждая страна должна инвестировать в свое будущее. И не только рассчитываться с американцами, что это будет их проблема, если будет какая-то катастрофа здесь в нашей стране. Каждая страна надо покупать современную технологию и строить современную армию. И это не только ответственность американцев. Ну, то есть, это мы сейчас перейдем, я даже говорю, во второй половине уже Господи, как это по-русски-то сказать? Обговариванию. А то you see, Jason, забываю русский язык, к счастью. Теперь вот хоть вспомню. В разговоре с американцем, да. Ну, смешно, конечно, получается, ну да ладно. Я просто хочу понять один такой момент. Насколько я помню, если я правильно помню, поправь меня. Кстати, к Трампу одно из главных претензий, которые я видел в американской прессе, кроме всего того, о чем мы там здесь говорим, у американца была претензия, что он не исправил историю с Medicare. То есть он не исправил ситуацию с медициной, а это был один из главных его обещаний в 2016 году. Ему это не простили. И не простили, в первую очередь, республиканцы, к слову сказать, не простили. И очень многие умеренные республиканцы из-за этого пошли и проголосовали, кстати, за Байдена. То есть ему уже забыли все эти грехи, то есть все уже при Трампе хорошо жилось, хотя никто не понимает, что этого не было ковида, например. Никто это не учитывает, да, я так понимаю? Да, точно. То есть, знаете, ковид – это личный пример. Если бы не было ковида, я уверен, что Трамп бы стал президентом еще второй срок. А только из-за того, что был ковид, это не получилось для его. Все стало, кстати, лучше по поводу ковида, где-то месяц-два месяца после того, что Байден стал президентом. Это было случайно. Это не из-за того, что Байден что-то огромное или специально сделал. Просто так и случилось. Уже ковид меньше стал в Америке. И он стал очень популярным быстро. Они сказали, вот, уже все лучше при Байдена, чем при Трампе. Но на самом деле это нелогично. Ковид не связан ни с Трампом, ни с Байденом. И так и случилось. Это китайцы, которые виноваты, а не Трамп, не Байден. Окей, Джейсон, а теперь предлагаю перейти к, собственно говоря, вопросам международным, ну и Украины в первую очередь. То есть вопрос номер один. Насколько большой продолжает быть поддержка Украины в американском обществе, в американском истеблишменте? То есть, как вообще американцы видят окончание этого конфликта, в принципе? Потому что у меня, честно говоря, складывается впечатление, что даже американский, скажем так, истеблишмент до конца для себя так и не понимает, а как надо закончить эту войну, то есть, что будет победой? Я понимаю, что и Блинкен, и Байден, и все говорят постоянно, что победа будет то, что будут считать украинцы. Это круто, но я все-таки считаю, что американцы достаточно... Люди, которые планируют свою как бы деятельность, они должны понимать для себя, вот как они видят окончание нашей войны, это что должно быть? В России придет власть, к власти Навальный, Россия развалится, то есть что, или Украина просто выйдет на границы 91-го года? Что это? Вот поясни, пожалуйста. Вот, я думаю, что американцы, это очень интересно, конечно, они поддерживают
Есть огромная поддержка в Украине до сих пор. И большинство американцев, конечно, хотят освободить всю территорию Украины. Они полностью согласны с этим. А ненависть к России в Америке просто нереальна. То есть очень сильно. И такой уровень, который у нас даже при холодной войне, наверное, у нас не было такого. Те, которые действительно просто ненавидят всех русских. Такого не было. Но сейчас уже есть, уже боятся их. Не боятся, просто ненавидят их, лучше сказать так. Потому что они знают, что в Америке чего боится. То есть мы видим, что российская армия очень слабая, то есть ничего боится в России. Но просто мы видим, что они как сказать, то есть они дикие, они ненормальные. И как они действуют в Украине, это показал всем. Но они думают, что дальше в России должен быть, ну, можно сказать, точно убрать Путина из власти. Все за это. То есть так в Америке они все против Путина. Можно легко сказать, что они все за его конец. Но я думаю, что распад России, они тоже бы сказали, что это хорошо. Mm-hmm. Они знают, что Россия такая огромная страна, уже показала себя как неизвестная. Не должна иметь такая огромная территория, не должна иметь ядерные оружия. Назвал так, чтобы Россия в будущем не могла атаковать своих соседей. Не говоря не так Америку, это очевидно, что не могут, даже если бы хотели. Ну да. Не атаковать своих соседей. Потому что я думаю, что это главная идея американцев, наверное. То есть, если я правильно понимаю, в принципе, американцы были бы очень рады, если бы в результате этой войны Россия как минимум бы лишилась своих запасов nuclear weapon, то есть ядерное оружие, например. Конечно, вот это. Да, я думаю, что все в Америке бы сказали, что это оптимальный или единственный вариант даже. Потому что Россия такая страна, как она есть, это просто сумасшедший. Даже при Советском Союзе это была более логичная страна, насколько была возможность убрать генсека. В сегодняшний день кто может убрать Путина? Сейчас нету какой-то партии, которая будет там решить, что вот уже он проиграл, надо его убрать, или он ошибался, не надо было так начинать эту войну. Никто не может это ему даже сказать. Убрать его нельзя, конечно. Просто даже сказать не могут. Значит, что Россия сейчас очень опасная страна, как никогда в своей истории. Окей, вот это ты, собственно, подтвердил мои слова, что как бы да. Тут еще очень большой вопрос, как это все будет заканчиваться. Теперь вот у меня любопытный момент такой. Смотри, насколько я хотел уточнить по поводу Украины, насколько я помню, там близится очень опять кризис, когда нужно будет поднимать долговой, как бы сказать, порог. И этот опять же будет большие торги между демократами и республиканцами по этому поводу, они уже начались. Может ли эта история повлиять на поддержку Украины? Особенно мы говорим сейчас не про оружие, потому что там есть конкретные программы, а вот конкретно финансовая помощь, потому что мы знаем, что каждый месяц там, по миллиард долларов минимум и даже больше прямым траншем идет из американского бюджета в украинский. Это как-то может повлиять? И вообще, есть ли эта тема частью дискуссии в плане вот этого как бы долговой барьера, то есть типа, что, чем вы там Украине деньги даете, или это настолько маленькие деньги, что они, в принципе, тут не имеют никакого значения? Это, нет, они говорят о денег, но не столько. То есть я бы сказал, что, конечно, это тема, но не главное. Главное, что они хотят знать, что действительно все эти деньги Украина использовала покупать оружие или платить солдатам, что они использовали эти деньги для своей цели. Не что это было какая-то коррупция. Они боятся коррупции в Украине, и это часто говорят об этом. То есть действительно такой страх, можно сказать, даже в Америке, что вот мы инвестируем все эти деньги, а если вдруг завтра узнаем, что кто-то там украл эти деньги, или кто-то там покупал себе дом, они боятся такие вещи больше. Но почему? Это очень интересно, что Украина уже 8 лет постоянно в новости в Америке, не только из-за того, что случилось в 2016 в Крыме, в Донбассе, а тоже из-за того, что это импичмент Трампа. Вы помните всю эту историю. Это были огромные новости. Значит, что Украина из-за войны, когда начиналась, потом из-за импичмента, а сегодняшний день из-за войны,
Это всегда в новости. Из-за того, американцы уже узнавали, уже читали, что о истории коррупции в Украине. И они уже об этом в курсе и знают, об этом боятся этого. Понял, окей. Теперь хотелось бы понять, ну, вопрос Китая. Очень важный вопрос, потому что, собственно, понятно, что Америка сейчас входит, уже вошла, по сути, в процесс, когда, ну, которого она, наверное, уже не помнит со времен Советского Союза, когда был, ну, скажем так, претендент на то место, которое занимают американцы, ну, сейчас абсолютно уже, наверное, даже уже и не, никоим образом это не старается как-то, там, не знаю, прятать Китай. Они это делают напрямую и говорят о том, что они хотят это, быть лидером мировым. Собственно, что вообще, как бы, думают американцы по поводу перспектив прямого военного какого-то столкновения с Китаем? Какая вообще тактика? Вот мы сейчас видим, что опять, вот буквально вот сегодня читал новость, что не хотят китайцы встречи Ллойда Остина и их там министра обороны Ли Шанфу. Говорят, а вот вы ж наложили санкции в 2018 году на министра обороны Китая Ли Шанфу, когда он там, если не ошибаюсь, занимался тоже поставками оружия из России, а они уже тогда были под санкциями. Ну и вот китайцы говорят, а вы снимите санкции, тогда будем встречаться. Американцы говорят, нет, не будем. Они говорят, ну тогда мы встречаться не будем. То есть к чему все идет? К новой мировой большой войне? Вот это возможно. То есть видно, что с Китаем все становится хуже в наши отношения с Китаем. И это начиналось уже при Трампе. Трамп действительно, ну он, кстати, я был прав. Он сказал для Америки, для своего будущего, Китай это первый враг. Китай всегда будет для нас проблемой, всегда будет против нас везде по миру. И мы видим это, и сравнить это с Россией, о том, что у Китая много денег. У них есть возможность для нас серьезной проблемы. У них есть огромный инвестмент в других странах, в Южной Америке, в Африке, например, везде в Азии. А Россия никогда не делала это. То есть у них есть пропаганда, но нет инвестмента. И наконец-то, пропаганда – это слово, investment – это деньги. И всегда деньги – это важно. И думаю, что Китай очень хитро, как работает по миру. И мы видим даже, как они хитро работают в ситуации в Украине. Что они говорят такие вещи, которые теплые к России. Но и всегда говорят, что Россия – наш друг, и Путин – наш друг. Но на самом деле они ничего не делают помочь ему. Потому что они знают, что это им выгодно, что Россия стала беднее. И даже распад России был им выгодно. И из этого, что для будущего, надо признать, что мы не можем действовать как раньше, что Китай, это был, я помню, в детстве, это не совсем далеко, мне 38, но я помню в детстве, что Китай был действительно такая бедная, очень бедная страна, даже не собрали деньги кормить китайцам в Америке, потому что был голод там. А сейчас вообще нет никакого голода, страна огромная, строится, посмотрите фотки, как Пекин 10 лет назад и сегодня, или любой город в Китае 10 лет назад и сегодня, 20 лет назад и сегодня. А страна строится так быстро, и своя экономика строится так быстро, что это нереально. Даже свой морский флот уже больше, чем американский морский флот. Наша технология лучше, более современнее. Но китайцы, они серьезные конкуренты для американцев. Скажи, пожалуйста, такой момент. Я так понимаю, ну, давай уже, ладно, про геополитику немножко поговорим. То есть мы сейчас видим, что Япония прямо уже вот прямо собралась в НАТО. Мы видим, что впервые за 40 лет американские ядерные субмарины снова будут возле, в портах Южной Кореи. То есть мы видим, что резко усиливается, грубо говоря, вот эта вот ось союзников. Ну и Тайвань, само собой, это понятно. Вот. То есть, хочу понять такой момент. Насколько можно говорить о том, что, ну, скажем так, и насколько Япония, вот так я тогда прямо задам вопрос, насколько есть вероятность того, что Япония захочет тоже создать ядерное оружие, с учетом того, что, ну, как бы, рядом есть Китай, рядом есть Северная Корея, которые очень хотят. Ну, а американцам, я думаю, ну, а в чем проблема? Это Япония лучший друг, союзник, все дела. Или это все-таки такого не будет? Но точно будут ядерные оружия в Японии. Не из-за того, что кто-то против это, то есть я за, это сами японцы не хотят ядерные оружия. Конечно, у них был такой, скажем, неприятный время с нашими ядерными оружиями в Хиросиме, Нагасаки. Из-за этого страна очень сильная
Но можно сказать, что вообще нет никакой поддержки для ядерных оружий. Но все равно, как и Южная Корея, у них есть такой плюс. Насколько они союзники Америки, они, американцы их защищают. У них есть ядерный зонт, так скажем. Что наши морские флот сейчас занимаются Азией. Сейчас они работают, ну, сейчас у нас есть подлодки везде там. И они там ездят с ядерными оружиями. Значит, да, они сами не придется строить свои ядерные оружия, потому что на самом деле это американцы, которые, ну, скажем, страхование для них, которые готовы использовать свои ядерные оружия в защите их. Понял. Окей. Тогда немножечко ближе к Украине еще один вопрос. То есть сейчас весь Запад, весь мир ждет контрнаступления Украины, когда бы оно там ни началось, чем бы оно там ни закончилось. Тем не менее, все его ждут. Вот сегодня действительно новость, которая, конечно, очень радует украинцев, то, что сегодня министр обороны UK, то есть Британии Бен Уоллес таки подтвердил, что британцы передали нам ракеты авиационные дальностью там по 300 километров. Я просто хочу понять такой момент. Насколько вероятной может быть такая ситуация, что, вот, например, чем ближе выборы, тем ближе тому же Байдену нужно будет какое-то что-то, что можно будет показать в качестве, ну, хоть какой-то промежуточной, но победы в Украине. То есть не может ли быть такой ситуации, когда, например, ну любой, по сути, результат этого контрнаступления будет, скажем так, назван победой, и нас начнут потихоньку склонять к тому, что ну давайте сядем, договоримся, какой-то компромисс найдем. Или нет, нас будут поддерживать до конца без вариантов. Вот очень интересно твоя точка зрения. Но это личный вопрос. Я думаю, что в сердце всех есть интерес защищать Украину до конца. Но, к сожалению, в Америке у нас есть такие, как, которые политтехнологи, те, которые больше боятся, что будет дальше в выборах. И я думаю, что политтехнологи, которые работают в демократические партии, прекрасно понимают, что если будет война еще, скажем, 2 года, и это будет, ну, не знаем, что дальше, если будет становиться хуже в Украине, и Россия может захватить еще территорию до выборов, тогда это было бы очень неудачно для Байдена. Он бы проиграл выборы, может быть. Из-за этого. Из-за этого интереса демократических партий прекращать эту войну скоро, на ближайшее время. Потому что если это закончится, значит, тогда не будет это угроз до выборов. Тем более, это будет возможность для Байдена сказать, что да, уже была победа. Это контрнаступление было очень успешное. Это благодаря наших оружий, конечно. Он бы сказал, это благодаря, что мы там помогли, это была моя идея, я это строил, я все это сделал. И благодаря нам все получилось в Украине, все классно. Можем уже закончить эту войну. Но это не было наше решение, закончить войну, он бы сказал. Он бы сказал, что это было решение украинцев. Они сами решили закончить войну. Но если бы он на самом деле давал на Украине, чтобы он это сделал, я думаю, что да. Они были они готовы сделать так, чтобы, ну, подсказать украинцам, но может быть уже пора найти какой-то общий язык с Путиным или начинать процесс переговоров. Понял. Такой еще момент хотел понять в целом. Мне еще очень интересно понять, насколько... Ну, то есть мы помним визиты Макрона в Китай, где после чего господин Макрон заявил о том, что Европе нужно... в плане безопасности дистанцироваться от Америки, как это он там назвал, глобальный там, так сказать. Я просто хочу понять, как, то есть, ну, Байден, насколько я помню, его захвалили за то, что ему удалось очень здорово объединить весь Запад. Впервые, например, наверное, с 91 года, когда весь Запад снова объединился в единый кулак. Насколько это единство сейчас сохраняется? Какие отношения с Францией, с Германией, с ЕС в целом? И что здесь? Вот насколько тут ситуация сохраняется? Это столько раз случится. С другими странами, особенно с европейскими странами, при Трампе это было очень
очень сложно. А сейчас, да, Байден для него это был приоритет. Как было Обаме, кстати, тоже был приоритет работать с европейцами. А сейчас, особенно сейчас, из-за того, что есть общий друг, всегда ты создаешь еще лучшие дружбы с союзниками. Потому что они все понимают, что есть какой-то общий интерес. Больше, чем просто экономический интерес, есть еще интерес защищать себя и защищать Европу против России. А и не только Россия, то есть тоже вопрос Китая опять. То есть экономические причины и военные причины. Есть причины работать вместе европейцы с американцами. И не только, не каждый по-своему. Просто, насколько я понимаю, все равно есть определенные серьезные разногласия между Америкой и Евросоюзом в плане экономические. То есть есть серьезные там претензии у европейцев к американцам, что американцы там определенные квоты не допускают там европейскую продукцию, и наоборот, европейцы давят американскую. То есть много есть моментов таких. И опять же таки, насколько я понимаю, позиция той же Европы по Китаю далеко не настолько однозначная, как у американцев. То есть, например, та же Германия, у которой просто куча заводов в Китай перенесены. Французы, у которых ничего не туда не переносено, но, тем не менее, с Китаем очень серьезные торговые балансы. И просто я боюсь, например, что многие европейские политики думают, ну окей, Россия, понятно, ну, с Россией это ясно. А с Китаем, ну, как бы нам не выгодно. Если мы сейчас полностью ложимся под Америку, то Европа теряет вообще, как будто ни было там независимость. И любые разговоры о том, что еврозона, это может быть какая-то конкурентная история, она просто теряет себя. Вот этот момент не стоит на порядке, скажем, вот дня? И знаешь, я думаю, что есть разница в том, что, да, это популизм, то есть тех, которые сейчас в Германии, да, очень правильно сказали, что они открыли там много заводов в Китае, это им выгодно сейчас, и это популизм. Но я думаю, что никто в Европе не сомневается о том, что на ближайшее время, на самом деле, Китай будет больше экономической власти, чем много стран в Европе, но уже гораздо больше, чем почти все страны в Европе сейчас, но даже больше, чем Европейский Союз в течение, может быть, 10 лет. Значит, что это не совсем выгодно, что все наши инвестменты были там, в Китае. Тогда это значит, что если будут вдруг какие-то проблемы в будущем, тогда мы будем уже остаться без ничего. Нас дал так, что было production, производство в Европе, было производство в Америке, чтобы в любом случае мы были защищены, чтобы мы были готовы действительно сами производить, что нам нужно, и не рассчитывались с китайцами. Понял. Так теперь и вот еще один вопрос, возвращаясь опять к Украине. Извини, что прыгаю по вопросам, но просто хочется успеть многое всего успеть обговорить, потому что не каждый день американец в эфире, соответственно, есть смысл об этом пообщаться. Очень интересно понять следующий момент, то есть перспективы Украины в плане НАТО. То есть, грубо говоря, понятно, что, ну, я сомневаюсь, что на саммите, который будет в июле, нам дадут конкретные уже, прям скажут, да, берем НАТО. Я думаю, что до конца боевых действий открытых этого, ну, точно не стоит ожидать. Но мне интересно, как видят американцы этот момент. То есть, понятное дело, что голос Америки будет определяющим в этом моменте. То есть, вот мы сейчас смотрим на Финляндию и Швецию, у которых тоже там не сразу они вступают, но на момент, пока они вступают, есть кандидатами, но еще не вступили, американцы дали им свои гарантии безопасности. Какая позиция по Украине? То есть ли шанс, например, что пока там у нас, там понятно, НАТО это долгий процесс и так дальше, но, например, Украина, ну, там, в какой-то нормальной перспективе подпишет с американцами договор о стратегическом, например, союзничестве, или американцы нам дадут какие-то гарантии безопасности. Это реальный вариант? Такое рассматривается? Да, такое есть. То есть это полная возможность. И думаю, что интересно сейчас, о том, что все отношения, все решения, все соглашения, которые были раньше, они сейчас перерассматривают их все. Потому что уже понятно, что есть новое время, что здесь происходит. И что было это 90-х, 2000-х. Мы думаем, что это будет очень стабильный мир. Будет действительно после холодной войны все будет уже спокойно. Конец истории, как Фукуяма сказал. Уже будет спокойно, демократия будет расти везде по миру. И уже все будет... все будут жить в мире. А мы видим, что это уже не так. И все будет, может быть, даже еще сложнее, чем при холодной войне.
Просто чего спрашиваю, потому что, опять же, ну, я вполне допускаю, к сожалению, вариант, при котором, ну, вступление в НАТО будет максимально длинным для Украины, потому что есть, опять же, позиция Франции, есть позиция Германии, ну, про Венгрию я даже говорить не буду, это само собой, ну, то есть у каждого и Финляндии есть своя Турция, да, у каждой Украины есть своя Венгрия, но... Опять же таки, вот мне интересно, насколько вариант возможен, то есть я о каком говорю гарантиях безопасности, то есть, грубо говоря, вот какой, что такое вот договор о стратегическом союзничестве? Это, например, то, что вот у United States of America есть, например, с Южной Кореей, с Японией, с Израилем, с Колумбией, ну то есть, грубо говоря... Это, по сути, означает, что nuclear weapon, американские ядерное оружие, как зонтик над той страной, которая подписывает такой договор. Есть ли шанс у Украины на подобный договор даже без НАТО? Да, конечно. И, кстати, это уже 8 лет я говорю, что это важнее, чем НАТО для Украины. И знаешь, что все постоянно говорят о НАТО. На самом деле, я сам думаю, что да, все возможно, но я сам думаю, что, наверное, НАТО не будет на ближайшее время. Просто это огромный процесс. Это не быстро. Это не будет быстро. Из этого надо признать, что все равно нам надо как-то защищать Украину, даже без НАТО. И сейчас Украина имеет возможность найти общий язык и найти какой-то подписать соглашение или с США, с Британией, с прибалтическими странами, с Польшей, с другими странами о взаимной защите в случае какой-то атаки из агрессора. И думаю, что это полное возможно. И сейчас Украина должна начинать этот разговор с ними. Всегда говорить о НАТО – это ошибка, потому что на самом деле это не будет быстро. И никто не говорит, даже прибалтические страны, Польша, говорит, что это не будет да. скоро. Mm-hmm. Тогда давайте по-другому, чтобы мы защищали Украину. А вот, опять же, администрация Джозефа Байдена готов, как ли, вот как тебе кажется, готов ли Байден подписать такой договор с Украиной, особенно учитывая тот факт, что скоро выборы? Я думаю, что на самом деле есть такой слух, который ходит, что Байден, не знаю, если он сам, но Белый дом, скажем, что есть такая идея предлагать Украине, если будут переговоры, мировые переговоры между Россией и Украиной, тогда предлагать Украине, чтобы я не знал, что это будет не какая-то хитрость из стороны России, что сказать, что давайте, если вы подпишете какой-то договор с Россией, мы тогда готовы вас защищать в будущем, чтобы точно не было никакого конфликта или, скажем, нападения из России. Чудесно, а просто я хочу понять, а как так, ну то есть, смотри, с одной стороны, тот же Байден и все говорили, что мы должны там выйти на границы 91-го года, то есть границы, вот, то есть, а, ну вот, предположим, мы начинаем переговоры, и, ну, то есть, Россия не соглашается отдать нам Крым, я думаю, в этом точно сомнений нет, а как же тогда давать такие гарантии, я же так понимаю, это самая большая проблема, то есть, у нас есть неурегулированный территориальный спор с Россией, как же может Америка нам дать гарантии, то есть, как это вообще может выглядеть, я хочу понять. То есть, ну, поясни, пожалуйста, как это вообще, механику процесса, так сказать. Ну, это лучший вопрос. Но даже, думайте дальше. Если бы даже Украина завтра освободила все территории, в том числе и Крым, и Донбасс, а и Россия вообще была в России, тогда все равно Россия еще агрессор. Если бы Россия завтра вдруг захотелось еще бомбить города в Украине, у них есть достаточно много ракетов. Они могут еще стрелять в Украину каждый день на следующие 10 лет. А значит, что не будут самолеты летать в Украину, не будет обычный бизнес в Украине, еще будет много людей в других странах. А значит, что эта угроза России не исчезнет завтра, даже если освободим все территории Украины. Значит, что какой-то договор сейчас надо найти, чтобы Россия видела, что это не по своим интересам может быть, а даже не оккупировать дальше такие места, как Донбасс. Ну, да, интересно, очень интересно. Я на самом деле буду очень... Я с тобой согласен на 400% на самом деле, что для нас было бы гораздо важнее подписать прямой договор про стратегическое союзничество с американцами, с United States, а НАТО, ну,
Я думаю, что если такой договор будет, НАТО уже никуда не денется, просто потому что а какой смысл не принимать в НАТО страну, у которой и так уже есть американские гарантии безопасности. Ну и последний, наверное, такой большой вопрос. Мне очень интересно понять, с твоей точки зрения, какие сейчас отношения между Америкой и Great Britain, то есть Британией. То есть абсолютно очевидно, вот опять же возвращаемся к вопросу ракет. Американцы ракеты нам далеко, на далекие расстояния не дали, британцы уже дали, сегодня подтвердили. То есть британцы, я не думаю, что американцы не в курсе об этом. Конечно, я думаю, Бен Уоллес четко это сказал. Понятное дело, что все знают. Но можно ли говорить с твоей точки зрения о том, что британцы уже ведут, ну, американцы в курсе, но свою игру в Европе? Пытаются, скажем, ну я не скажу там создать новый Евросоюз, но пытаться в каком-то смысле создать, чтобы новая Европа, Восточная Европа, все-таки больше смотрела не на Брюссель, а на Лондон. Или это будет пока очень смелое утверждение, и по одним этим ракетам нельзя еще таких выводов сделать? Можно дать такие выводы? Я согласен с этим. То есть, я думаю, что Британия... Британия великая страна, маленькая, но великая. Ну что, действительно, это страна, которая все истории показывала, что это порядочная страна, и тоже страна, которая знает, как защитить себя. И я думаю, что если бы я был европейцем, то я живу в Брюсселе, например, и я хотел защищать себя, я бы понял, что, первым, британская технология очень высокого уровня, очень качественная, и своя армия, своя служба безопасности, свои разведчики так хорошо работают, и, конечно, очень открыто работают с американцами, что это самый лучший союзник любого европейца, я бы сказал. Я понял. Ну... Thank you very much. Great thanks for our conversation. Огромное спасибо тебе, Джейсон, за разговор. Это был Джейсон Смарт, американский политолог, политтехнолог. Ну вот мы так попробовали пробежаться по всем таким вопросам. В общем, есть о чем подумать. Следите за американской, следкуйте за американской политикой, друзья. Еще раз дуже тобі дякую, Джейсон, за эфир. Вот. Ну а я, підсумовуючи цей эфир, можу сказати тільки одне. Ну, я сьогодні почув дуже багато цікавих речей, думаю, ви теж, друзі. Ще раз вибачаю за російську мову, повторюсь, наш гість вчить українську, ну, але так вийшло. От вам теж приклад того, що раніше, на жаль, достатньо було вивчити російську, щоб працювати по Східній Європі. От тепер, я сподіваюся, ця ситуація буде мінятися, і це, до речі, вам теж приклад, чому треба вчити українську мову. Якщо ви хочете, щоб інші люди з нами спілкувалися нашою мовою, треба самим говорити цією мовою, а не ставати в позу дебіла і кричати: «А чого ви мене заставляєте говорити по-русски?» Не говорить по-русски, ну ви зрозуміли. А що стосується теми нашої бесіди, друзі, думаю, тут все очевидно. Нічого наперед не визначено. Ті, хто вам розповідає про те, що все зрозуміло, перемога вже завтра, все зрозуміло, як воно буде. Ні, не зрозуміло. І Джейсон вам зараз, мені здається, дуже багато цікавих речей розповів. От, ну, на мій погляд, найцікавіше і найважливіше висновок з нашої бесіди — це, звичайно, історія про те, що дійсно в американському політикумі дуже плотно і щільно ходить оцей от слух про те, що американці нам готові запропонувати цей договір про стратегічне союзництво. Я вважаю, що це було би найкращим, що могло би статися з Україною. Ну, це моя особиста точка зору. Дякую вам дуже за увагу, дякую, що слухали, дивились. Побачимось, почуємось. Вірте в ЗСУ і допомагайте ЗСУ, тому що це наш головний фактор перемоги. До зустрічі!